поиграть. Блин, неужели потерялся? Свежее мясо! Я подниму тревогу! Будем через минуту! Идем с юга! Come on.
назад, Соко! Я убью! Еще не закончили. Не поможешь с заданиями с доски объявлений? Аванпост наш. Хочешь еще помочь? Посмотри на доску объявлений. Что за хрень? Если ты знал, куда я собираюсь, почему Джейсон, не сказал? Джейсон, Джейсон, не кипятись ты так. Я с тобой в игры не играю. Я просто зритель. Но я жду хорошего шоу. Дай пройти. Нет, нет. Сначала преподам тебе урок истории. Готов к этому? Тогда слушай. Представь, здесь мы видим настоящую иронию в чистом виде. Чёртовы япошки. Они создали какую-то особую организацию, чтобы найти забытое богатство и тем помочь империи. Но ребятки не знали вот что. Они построились прямо над этой хренью, что искали. Ну давай спроси, что они искали, Бак? Нет. Высечь бы тебя. Да посильнее. Но знаешь что? Я лучше высеку Кита. Они искали Чао Сука Яна. Флагман, на котором ходил знаменитый китайский адмирал по имени Джен Хэ. Херня в том, что он умудрился скрыться с кучей добра, включая, да, мой чертов нож! Это все. Береги себя. Урок окончен. Ч?
Я убью этого ублюдка. Здесь все сильно разрушено. Люди Васа? Это место меня пугает. Свалить бы отсюда. Жарко. Все, вперед. Yeah!
Так, Джейсон, сыграем в Инди. Работало. Нужен тот уступ. Два ключа. Легко. Будет. Что я ищу? Как ты меня находишь? Я знаю. За тобой же тянется след из трупов. Тебя и слепо-глухонемой найдет. Впрочем, мне все равно. Ты идешь? Давай, дай руку. Я не нашел нож. Доволен? Не-не-не-не-не. Джейсон, я недоволен. Я просил найти сраный нож, но ты не можешь, потому что слишком ленив, чтобы просто его принести. Заигрался, что ли? Хорошо. Мы с Китом тогда тоже во что-нибудь поиграем. Я нашел только это кольцо. Так оно же явно от компаса. Ну давай, засовывай. Это что за чудеса? Мое сердце трепещет в предвкушении. До встречи, Джесс. Ты знаешь, куда я могу пойти, да? Не, друг. Знаю, куда идешь.